первые минуты вообще не отдавали мяч, контролировали. И вообще больше половины игры контролировали мяч. И у соперника вообще, можно сказать, моментов не было. Но какая-то у нас тенденция пошла. Последние 15 минут мы расслабляемся, и такая нервотрепная игра получается. Так вот. То есть сегодня вновь расслабились? Да, потому что во время репортажа я вас защищал. Ну, вновь расслабились. Не знаю, из-за чего. Это может быть слабость или еще что-то. Но надо поправлять это. Давай о более приятном эпизоде, непосредственно о твоем голе. Расскажи, пожалуйста, подробно, как помнишь, шедевр получился. Ну, спасибо. Ну, пошла подача с фланга. Игрок Рельсовета выбил мяч головой. Мяч подлетел, и я с лета ударил. Ну, и получилось так. Твой первый забитый мяч за «Локомотив», сегодня также у Рубчинского первый мяч за «Локомотив». Можно сказать, что у молодежной команды появляются новые лидеры, и обновление состава прошло успешно? Ну, конечно, можно, потому что кто-то ушел, кто-то пришел, новые игроки. И, ну, игра идет, все получается вроде бы. Но надо прибавлять, первые три игры у нас не получилось. Ну вот первая победа, и надеемся продолжать так дальше.